Билет на поезд куплен был, и не было пути обратно. Корабль прошлого уплыл, теперь иду вперед, конечно, безвозвратно. Ближайший рейс мой был на 6 часов. Я так давно еще не торопилась, взяла вещей на пару рюкзаков и вдаль быстрее устремилась. В прокуренном вагоне электрички чуть дыша, я наблюдала желтое мерцание света. И отдаляясь с каждым километром от тебя, моя душа все тлела, словно сигарета. Уже темнело за окном, внутри меня все так же потемнело. И дуло из решеток холодком и изнутри ревело. Походка легкой к тамбуру пройдя, вагон шатался, словно жизнь моя туда-сюда. И на двери было написано, и прислоняйся, подходя. Она, не обернувшись, просто встала и ушла.